На льду Уссурийской арены стартовал первый тур приморского розыгрыша в ночной хоккейной лиге России. Почему ночная? Все просто. В ней играют только любительские команды, которым удобнее всего встречаться по вечерам, после работы. В Приморье за путевки в финал ветеранского дивизиона 40+ сражаются 6 команд. В прошлом году наш край представлял «Вольфрам» из Красноармейского района и занял 54-е место из 90 команд. В этот раз уссурийские «Тигры» намерены победить на приморском туре. Во-первых, это здоровый образ жизни. Это пример для молодежи, долголетие в спорте ветеранов, которые дают пример, эмоции положительные. Поэтому это очень нужное дело. За путевку в финал будут сражаться «Восток» из столицы края, «Кавалеровский кристалл», «Витязь» из Новопокровки, Красноармейский район вновь выставил «Вольфрам», из камня Рыболова поборется «Ханка». Ну и уссурийские «Тигры» первыми будут претендовать на победу. В первом матче отборочной серии встретились «Тигры» и «Ханка». Первыми ворота распечатали хозяева льда. Они же удвоили счет. Во втором периоде гости отыграли одну шайбу, но «Тигры» тут же забили третью. В заключительном периоде «Ханка» вновь пробила уссурийского вратаря, но до конца матча так и не успела сравнять счет. Победа хоккеистов уссурийска 3-2. Хотя «Тигры» ожидали, что соперник окажется слабее. Наша просто команда не настроилась, была уверена в своей победе. А вы сами знаете, когда самоуверенность обладает себя, очень тяжело выиграть. До апреля команды должны успеть сыграть в круговую, затем три лучших выйдут в плей-офф. И в стыковых матчах выявится именно тот состав, который будет представлять Приморский край на финальном туре в городе Сочи с 1 по 10 мая.